В передвижном домике путешественника есть все для комфортной жизни. Телевизор, ванная, гардероб и даже спальное место для гостей. Это кухня. Холодильник. Это плита. На своем фургоне бывший полицейский из немецкого курортного городка исколесил почти всю Европу. В Харьков приезжает во второй раз. Здесь интурист полюбил сад Шевченко и старинную архитектуру. А кукольному театру он даже хотел подарить $200. Вот только директор брать пожертвования от иностранца отказался. В этот раз немец приехал со своим верным другом. Иму, так зовут его собаку, Манфред одного не оставляет. Ходит с ним гулять по городу, в театры и в кафе. Это Иму, немецкий пинчер. Дорогой пинчер, очень хороший пес. Местные парковщики к немецкому клиенту уже успели привыкнуть. И хотя за стоянку он платит неисправно, зла на туриста не держат. Распорядок дня иностранца парковщики знают наизусть. Там часов 9 просыпается утра, там кофе сидит, пьет, там, вытаскивает столик на улице, там, заваривает кофе. Потом опять заходит и часов 11 выходит, там с собачкой прогулялся, потом еще там кофе попил, там с бутербродами какими-то, и сидит там за ноутбуком смотрит. Ну и вечером там прогуливается тоже часиков 6. В Харьков путешественник приехал поддержать немецкую сборную. Вот только сам купить билеты на матч не смог. Спекулянты запросили слишком дорого. В беде туриста не оставили харьковчане. Молодой человек прочитал в газете статью о футбольном фанате и решил сделать подарок иностранному гостю. Он пришел ко мне, его звали Виталий, и он дал мне билет на матч Германия-Нидерланды и сказал, что это подарок. Я был в шоке. Кроме новых друзей, в Харькове Манфред хочет найти и старого приятеля. С Валерием немец познакомился 7 лет назад на чемпионате по метанию ножей. После соревнований связь с харьковчанином потерял. Валерий, спортсмен, полиция, майор. Валерий, он был спортсменом и майором милиции. Я хочу пообщаться с ним. За 10 дней Манфред Вальтер уже успел стать местной знаменитостью. Харьковчане заходят к нему поболтать о жизни, некоторые дарят ему сувениры на память и берут автографы. Такой сувенир о Харькове. Спасибо большое. На память о том, что вы у нас тут гость. Яна Танчак, Виталий Осмачко, медиагруппа «Объектив».